Кентилетти. Двое последних. Голландец, аргентинец, центральный. Защитники, но пас налево. Снова Кондрева здесь. Уходит от защитника. Это подача, удар по воротам. Момент. Мира Клозе взмыл. Вот только не смог удержаться в воздухе, зависнуть. Такое ощущение, склокочены волосы, будто он сам себя держал за чуб, чтобы не упасть в последнюю секунду. Нет, просто туда мяч попал, да и прическа у немецкого форварда подразумевает. Опасно Жукановичу здесь, скидывать-то нельзя. Кондрева на шаге пытался пройти Жукановича, но не успел сблизиться. Вот момент своей... Не тот случай, когда лицом к лицу лица не увидать. Судья как раз под носом у себя буквально. Третья передача подряд. Де Сильвестри. Четвертый, пятый пас. Карбонеро. Де Сильвестри. Это выход один на один. Почти что можно забивать удар. Добивание мимо ворот. Вот это момент. Ну что, стоило Сампдори по делу, то здесь, по сути, невзначай. Да, это Васко Реджини. Действительно, добивание Барретто. Ну, не добивание, а отскок от него. Едва ногу успел в сторону мяча. Теперь Мюриель. А скорость у него есть. Как здорово, Мюриель мчится вперед. Удар по воротам. На 40 метров хватило колумбийца. Дальше уже начал задыхаться. Еще рядом защитник. И Мюриель решил... Филиппа Андерсон. Мяч в поле. Майсандер выбивает. Подача, удар. И гол! Вот это да! Алессандро Матри забил. Уж от кого, наверное, не ждали. Закончилось. Смотрите. Нет, не на это смотрите. Удар, кстати, очень красивый. Удался на то, как Филипп Андерсон удержал мяч в поле. Ну и здесь уже подача Штефана Раду. И, по сути, в самую девятку этот мяч загоняет Матри. Бедный Мантелло. Мантелло. Назначили его, и четвертое поражение грядет. Если в футболе это гол, а? Навес Матри. И Кондрева мог бы и попасть. А может быть, скинуть мяч. Могли его коллеги оправдать. Слишком все откровенно было. Жуканович, 93-я минута. Штрафной. Удар по воротам, рикошет и гол. И гол. Вот так вот Лацо упускает победу. А Самгот Кондреве, продолжая атаку на фланге, забил несчастный Филипп Андерсон в свои ворота. Если ты ставишь голову, то ставь уверенно, лучше пропусти мяч, пусть вратарь сыграет. По сути, это автогол. Но я вспоминаю, из чего получилась вот эта контратака.